Дорогие, с вами Артем Лапа. Всех поздравляю с наступившим новым 2021 годом. Сегодня я с моим другом будем апать Мекальта на 25-й ранг. Вот, как вы можете заметить, что у него уже есть. Он задонатился. Он. У него есть лук. У него есть лук. Причем со скином. Он проходит весь Brawl Pass. Итак, мы будем начинать. Для начала возьмем. Мать, кого взять? Давай, Брок. С каким? С первым, вторым? Окей, поняли. Итак, что мы имеем? Сейчас я немного расскажу информации о грядущем обновлении к нам. Незадолго до конца сезона Brawl Pass будет чемпионат на скин по петух. Да, именно петух, его так называется. Бо петух, и также его можно будет, если вы не пройдете чемпионат, его можно будет купить в магазине за 30 гемов. Да. Что мы имеем с следующим сезоном Brawl Pass? В следующем сезоне Brawl Pass будет капитан Руфус. Это будет капитан, псоу типа. Что такое? Это официальная информация от разработчиков в Твиттере, а точнее от Райана. В бесплатный скин в Brawl Pass будет на Кольта. Космокольт. Также напомню, следующее обновление будет космообнова. Все, наверное, его так ждут, все ютуберы обсматривают. И в следующем обновлении еще добавят вроде бы клубные войны. Это не точно, но информация немного подтверждена. Что мы имеем по войнам? Войнам у нас будет награды в районе 30 гемов. 30 гемов можно будет получить за победу в войнах. Если ты победил в войнах, то тебе дают 30 гемов каждому члену твоей команды. Что вы понимаете? Что мы имеем на сегодняшний... Смотри, возьми воробья. Вот, банали. Мы имеем то, что мы знаем, что уже не будет 6-го сезона Brawl Pass. Это официальная информация. Я вам отвечаю. Потому что после конца 5-го сезона, это будет в начале лета, сейчас скажу, где-то в конце зимы, в конце зимы будет половина только. В конце весны у нас будет заканчиваться Brawl Pass, и у нас не будет следующего сезона. Будет в Brawl Pass, не будет вообще Brawl Pass, будет грядущее к нам обновление. Не будет Brawl Pass, просто не будет. Его уберут, поэтому будут кардинальные изменения в Brawl Stars, господи. Сильно много слов с Бравлом связанные. Что мы имеем на это виду? Я вам рассказал информацию. Спасибо, кто меня слушал. Всем счастливого года. Всем пока.